Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить мод под названием Фалскар. Это квестовый мод к Скайриму. Если кто не помнит, последний раз я заходил в него порядка месяца или может более назад. Поэтому я ни хера не помню. Ладно, отправимся сюда. Даже не знаю. В принципе... Куда я там собирался? К магам или к воинам? К сожалению, даже свою видяшку я умудрился не пересмотреть. Ладно. Давайте-ка водрузим себе в качестве оружия... В качестве брони щит. Так будет лучше. И погоним по маркеру. Сюда подошло. Ну вот. Мишка не торт. Я, к сожалению, немножко болен. То есть, в принципе, ничего страшного, всего лишь горло. О, лошадь. Но периодически меня мучает кашель. Но, в принципе, благодаря моей болезни, в принципе, я и могу записать новые видяшки. Это радостно. Классный все-таки этот вид. Мне очень нравится. Такс. Насколько я помню, нам нужно найти некие ключи. Где эти ключи раздобыть, это проблема уже... Следующая. То есть, две крипты. Одна с магами, другая с воинами. Поскольку персонаж у меня воин, и, в принципе, он готов мотать всех и вся, ну, в плане воинском, разумеется, то к магам мне идти будет довольно больно. Потому что с магами решают, типа, такие типы, как ловкачи, тех, кто любит скрытность, ну, либо более крутые маги. Но никак не воины. Ну и сейчас по закону подлости, скорее всего, я попаду именно к ним. Ну да ладно. Думаю, справимся. Ну чё, моя хорошая? Отдыхай. Are you ready to get the key? Да, пошли. This place has been overrun by a bunch of crazed necromancers. Ну, некромансеры, ну. Мать твою. Ну а как же? Некромансеры. Есть у меня там какие-то защитные зельечка или что-то такое? Бодрости, дыхания. Сопротивление к холоду, огню. Хер знает, в принципе. В одной штучке каждого это, блин, вообще никоим образом мне не нравится. Ну да ладно. Так. Чё, вы пили тот, да? Высокий эльф и высокий эльф. Чём, скучно что ли, блядь? В крипту решили залезть. Ладно. Интересный мод довольно-таки. Поскольку я начинаю по чуть-чуть припоминать сюжет. Ну да ладно, все-таки надо пересмотреть свою видяшку. Stop that nonsense. Ты что сейчас сказал? Ты это к чему? How did you do that? Just an old trick. Let's get going. Старый трюк? А ты никак не связан с этими некромансерс? Нет? Ну смотри мне, а то я тебя прирежу, блядь.
Блин, некроманты довольно сильное дерьмо. Тем более, еще учитывая то, на каком уровне сложности я играю, давайте проверим. Может, я на адепте сижу и выебываюсь. Где она? Эксперт, к сожалению, не мастер. Но я думаю, на эксперте они мне дадут просраться. Твою мать. Я не вижу никого. О, вот там вот их много. Exactly. You remember Vernon? The prior that we threw out of the monastery a while back? He kind of runs a cult now. Well... Then let's get this key and get the hell out of here. Простите за кашель, но ничего не поделаешь. Я думаю, это не столь критично. Вижу зелье. Оно мне понадобится. Ага. Вроде справились. Let's keep moving. Safe travels. You'll never get the key. Crazy Очень смешно. Bastard. We've got trouble. Ну, со щитом с вами просто. Чё ты ходишь как хромое? Ну, шевелись. Чё с тобой, Калич? Ну, крипта как крипта. Ух ты. Get in there and grab Excuse that key. Excuse me. Это было, ну, как бы смешно. Did you grab the key? Mm-hmm. Great. Meet us back at town. Hopefully the Jorguners have had similar luck and are waiting for us there. Make haste, friend. Ладно. То есть, это все? Ладно. Я думал, будет сложнее, на самом деле.
Ладно, давайте встретимся уже у выхода из пещеры, хотя нет. Это же все-таки часть геймплея. Раз не сделали быстрого выхода, значит, таким образом затягивали геймплей. Угу. Вроде больше ничего интересного. Если вы думаете, что тут крайне темно, то это действительно так. Пускай YouTube и постарался. Ебана мать, они тут полили людей. Что за скоты, а? Вот подъем. Ладно, выбираемся из этой чертовой крипты. Тут ничего интересного на самом деле не было. Бои, блин, для щитоносца вообще не серьезные. Я думал, будет посильнее что-то. Ну да ладно. Расстроили вы меня. Либо пора поднимать сложность, либо пора брать в руки нож или второй меч. И уже таким образом идти и резать всех. Вот сюда. Прошу прощения за кашель. Но кашель — это то единственное, что мне дало возможность записать эту видяшку. Так, куда мне еще? Что там по квесту, кстати? Отправиться в янтарный ручей. Вот это он. Да. Помню. Музыка замечательная. Очень замечательная музыка. Очень нравится. Легкая такая, приятная. Интересно, а эти ребята, которые на воинов ходили, они свой ключ добыли? Будем надеяться, что да. Greetings. The Jorgunars got their key as well. Хорошо. We must all meet and discuss our next move. Everyone should be here shortly. Have a seat at the table, and we can begin. Хорошо. Давайте послушаем, что же они задумали. All right. Everyone is here. We may begin. What are we going to do next? Well, Ingvar has two of the keys. Yeah, but we have three. Last I checked, three is higher than two. Olgar has a good point. Ingvar shouldn't have any keys. Oh. Also a good point. And I wouldn't count on us getting those two keys. So then, what do we do? The Heart Chamber. The what? This is no time for poetry. No. The Heart Chamber is the name of the underground cavern that was built to store the Heart of the Gods. So, what's your point? I think he is saying we need to find it. Exactly. Ingvar may or may not know where it is. Either way, we have to find it. And just how would we go about doing that? The old scholars of Falskar used to study in an old ruin to the northwest. The Zemunstead? We have all heard the stories. Yeah. The scholars were there. Until the place awakened.
Honda Dwemer Tech crushed the poor little guys. There was a book. A documentation of the Hard Chamber. It contained all sorts of information, including when it was built. Mm-hmm. So we need that book? How do we get it? Someone has to go to Vizemonstead and get it. Кто бы это мог быть? Okay. But who goes? I have a town to run. I can't just disappear into the mountains. And I'm not leaving your side again. Ingvar's bandits were at Jorgenar Manor. Ingvar's men are getting more dangerous. Бля, ну тут хотя бы обосновывают, почему я. Right now, pulling their head out. Then we stay here with Agna. That doesn't leave many of us. Ну да. Hey. Oh, I'd love to go, trust me. But I fear I'm not much of a combatant. And dungeon delving isn't my thing. Kalrun was already pushing it. That just leaves one person. Ладно, чё. Very well. Then it's decided. Our friend here will go. Brother Dolo will answer any questions you have. We'll be waiting for your return. May the divines watch over you. Fair travels, friend. Good luck. Спасибо. I hope you're keeping items. Vizemonstead was used by the scholars as a library. However, in 147 of the Third Era, something awakened. Короче, две миры. Точнее, ихние машины. Came to life, killing most of the scholars. Only one man made it out alive, and most of the history and knowledge was lost. As far as we know, nobody has been inside since. A tragedy. Really. Ясно. Well, the actual entrance where Yennefer escaped is sealed. However, according to Nordic legend, you can access it by going through Watervine Chasm to the west. It connects to a massive network of caverns, underground rivers, and ruins. It should lead you right into the library. Значит, еще фаунеры будут. Look for a book called The Heart Chamber. That's what we need. Bring the book back and give it to Agnar. Понял. Then we can figure out where the heart is and stopping Var from obtaining it. It's going to be a long journey. And I'm not sure what kind of dangers you'll encounter. But I know you can do it. Now go. You haven't much time. And may sure guide your journey. Спасибо, чё. Помог так помог. Ладно, давайте этим займемся. В принципе, время на серии у меня еще есть. Поэтому даже если мы не успеем пройти его до конца, в чем я сомневаюсь, там не может быть прям... Я даже не знаю, что там будет. Так, ну это недалеко от фермы. Поэтому двинем туда. Ты кто такой? Forgive me. Просто стражник, да? Ладно. Блин, ночью этот мир превращается просто в что-то очень и очень необычное. Тролли? Вот и все.
Что ж, навстречу новому приключению. Да, блин, боюсь, YouTube сильно затемнит. Конечно же. Конечно же есть. Ну что за глупые вопросы? Дурачок. Дневник разбойника. Хотя давайте возьмем, потом прочитаю. Может, что-то интересное там было. Там одна страница, как вы поняли. Угу. How unfortunate for you. No. David. Довольно сильный огненный маг был. Сходу мне довольно много жизни снес. Я тут был или нет? Давайте по карте посмотрим. Не был. Воу. А как ты меня через стену спалил там, мразь? What do we have here? Die. That all you've got? Башка тебе не нужна. Через стену меня спалил, сволочь. Читер. Просто читер. Who's shuffling around in the dark? Красивое добивание. Аж понравилось. Тихо. Да, нормально у вас тут, пацаны. Да чё, я плут какой-то? Ё-моё. Вот и я, ёпта. Хоть я и нападаю иногда со спины, но я же всё-таки воин, япона-мать. I'll give you that. That one in. Who is that? Found you. Why won't you come? I'm out of here. Ух ты! Вот это добивание, наверное, шедевральное просто было. К сожалению, его показали от первого лица. Ладно, давайте немножко скрысим. Почему бы и нет, если они такие беспечные. Рили? Без шуток? Блять. Сюда иди. Well, I'm on over here.
там и маг, и лучник. Первым делом мага. Не понял. Что было? Too soon. Ладно. А чё вы тут охраняли, дебилы? Стена неактивна. Да. Небогатые. Я прям даже не знаю, что с вами делать. И не видно ж ни черта. В том-то и проблема. Ну давай. Факел у меня есть. Да, давайте походим пока с факелом. Хотя хрена ли он мне поможет. Такс. Это куда-то в эту сторону мне надо идти. Ничего не понятно, абсолютно. Ладно, давайте попробуем в эту крипту. Непонятно, крипта это или нет. Ага. Did I hear something? Ну да, hear something. Иди сюда, покажу. There you are. Угу, да, вот и я. Если я сюда ходил только ради тебя... Я буду издеваться над твоим трупом довольно долго. Такс. Это подъем. Мародер убитый. Бля. Я тут уже был. Ох, 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 я заблудился. Ладно. Ну тогда по-любому что-то со стеной связанное. Ну или к стене подойти надо. Потому что других вариантов я в принципе не вижу. То есть... Тут поставили, блин, мародера. Доспех не просто ж так и понамать. Не просто. Тут проходов нет. Возможно, где-то там на подоконнике есть. Возможно, где-то здесь. Давайте будем рыскать по этой стороне. Оно. Возможно. Паучки. Даже не думай. Ё-моё. Укокошил. Ни о чем вообще эти паучки.
Золото, отмычки, бриллианты. Вот безупречный возьму, пожалуй. Что, не работает, что ли? Ладно. Похоже, мы нашли путь. Зря я начал паниковать по поводу. Заодно и факелов сейчас соберу. Потому что во Фростфолле у них реально до хера пользы. Кирка не нужна. Чё в мешке? Зелье лечения. Чёрная стрела. Вот это, кстати, одно из самых интереснейших рассказов вообще, которые я когда-либо читал. Чёрная стрела. Замечательная книжка для тех, кто не в курсе. Там две или три части. Они офигительны на самом деле. То есть, история лучника. Интересно, очень-очень. По крайней мере, мне понравилось. Факел закончился, сука. Ого. А тут классно. С фантазией подошли. Бочками завалено. Тут, я так посмотрю, врагов нет. Но скоро появится. Потому что это довольно большая крипта. Залы мертв. Что ж, дорогие друзья, пожалуй, на этом я и закончу сегодняшнюю серию, потому что, в принципе, 32 минуты. Продолжим уже в следующий, пойдем в залы мертвых и продолжим исследовать это замечательное место. С вами был Марс, до новых видео и всем пока.